И вот так было каждое утро. Ну вот вы и взрослые. Вы вполне уверены, что если бы вас запустить в этот зал и за вами не подсматривать, то вы будете вести себя намного лучше. Стоять спокойно, когда они совсем рядом и смотрят прямо в глаза. Есть среди этой пестрой, живой игрушечной толпы, среди незнакомых и непривычных кукол один замечательный человечек. Как вы думаете, что происходит с этими куклами, когда мы все уходим с выставки? Они выходят. Вы их это увозите обратно. Ну-ка, ты что думаешь? Они выходят из витрины, гуляют здесь. Ой, можно я скажу, пожалуйста? И мне так кажется, как будто, когда мы уйдем, куклы эти оживают, и они выходят из своих ящиков вот этих. И сказки и они еще раз нам показывают. Да, показывают. И они начинают играть между собой. Витрины, как двери открываются, они выходят, общаются, рассказывают свои истории. Я думаю, когда мы уходим, они выходят гулять. Ну вот видите, как мир игрушек обширен, многолик и совпадает с детским представлением о нем. По крайней мере, вот здесь, в этой комнате для игр. Все в этом мире целесообразно, полно доброты и доступно. Между нами и этими мастерами не только стекло витрины. Между нами время. Все эти сказки и чудеса начинаются в далеких, нездешних лесных горах, где полно таинственных гномов и добрых фей.
Это страна, где поколения мастеров делали игрушки для рождественских сказок, где и сейчас еще. Сама я там не была, но прочитала. Здороваясь по утрам, люди говорят друг другу вовсе не «как вам спалось», а «глюк ауф» – «счастливого подъема». Это очень старая привычка. Напоминает она о том, что первыми, кто начал делать игрушку в рудных горах Германии, были немецкие шахтеры. Мастера придумали эти игрушки давно и продолжают делать их и сейчас, хотя они вроде бы и не совсем подходят для нашего очень реалистического и практичного времени. Но куда интереснее рассматривать все эти игрушки и чудеса тогда, когда в выставочном зале совсем уже никого не осталось, кроме тишины. И в самом деле чей-то таинственный голос отсчитывает время чудес, совсем как в сказках Гофмана. «Ходит маятник со скрипом, меньше стука, вот в чем штука. Трик и трак, всегда и впредь должен маятник скрипеть, песни петь. Раз и два, раз и два. Время волшебной сказки». И в один такой прекрасный день, когда, наконец, самые последние посетители закончили свое путешествие в мире игрушки, осталось на выставке три вполне взрослых человека – искусствоведы Галина Михайловна Разина и Александр Федорович Шклерук, и я, ваша ведущая. Мы решили в тишине поговорить об игрушках. Thank you.
Александр Федорович, а зачем вы эту выставку устроили? Это ведь не совсем, в общем-то, в плане вашего музея. Мне кажется, эта выставка, она очень важна для нашего музея. Прежде всего, Москва утратила музей игрушки, к сожалению. И вот то, что Москва утратила, знаменитый музей, который сейчас коллекция находится вот в Загорске, это, конечно, чрезвычайно, в общем, такая серьезная, что ли, для нас потеря. Москве, несомненно, нужен музей игрушки. И когда мы открывали выставку, мы действительно отметили, что это маленький музей города Зонненберга в Москве, филиал вот этого музея в Москве, вот эта целостность коллекции. Ну и, конечно, для нас очень важно было еще создать игровую комнату, детскую комнату, в которой мы сейчас находимся. Прошло время, игрушки уже значительно пострадали, да, окружающие нас, но для нас важно было увидеть, что дети привели на эту выставку родителей в музей. Угу. Это для нас было чрезвычайно важно. И через это многие родители наконец поняли, что надо, наверное, создавать ребенку вот этот мир предметов. Ну и потом игрушка, ведь это область, в общем-то, прикладного искусства, так или иначе связанная с той предметным миром человека, с предметной деятельностью, с художественной работой в предметном мире. Я недавно, так вот тоже в связи с этой темой, перечитал одну сказку Достоевского «Мальчик на елке в гостях у Христа», где вот этот бедный мальчик, так сказать, видит вот этот удивительный какой-то сказочный мир. И действительно, мы ведь знаем, как наши дети смотрят витрины магазинов с игрушкой, где представлено обилие. Обилие. Ну, сейчас-то и обилие. Ну, по крайней мере, декораторы стараются вот это обилие, так сказать, создать. Мы будем считать не той игрушки, которую потом можно купить. Да, не той игрушки. Но вот это, но здесь на выставке, это обилие или изобилие, оно имеет другое совершенно качество. Здесь маленький человек переносится действительно вот в свой этот индивидуальный мир. И каждый находит свою игрушку. Здесь их так много, что каждый находит свою. Вот эти старые игрушки, они передавались из поколения в поколение вместе вот с этой памятью, такой культурной памятью, традицией. Вот вы помните, наверное, Елена Андреевна, мы всегда вот эти игрушки не выбрасывали. Мы как-то собирали. Изношенные. Да. А знаете, это удивительная особенность вот этой старой игрушки. Она, очевидно, донесла такие функции, которые, в общем, сохраняла ее. Отождествляла с живым существом, которое нельзя выбросить, то есть нельзя проявлять жестокость. И вот эти вот очень детально сделанные эти игрушки, они тоже вызывают такое же чувство. Да, нельзя выбросить. Да. Как будто бы обидишь живое существо. Их нельзя портить. Понимаете, когда хорошо сделанная вещь, она уже воспитывает. Вот. По литературе знаем, что такое немецкая игрушка. И в музее игрушки в Загорске неплохая коллекция западноевропейской игрушки. Но вот так представленная в таком обильном количестве эта игрушка производит, конечно, очень большое впечатление. Я думаю, не только на детей, но и на специалистов. Потому что заставляет размышлять и о серьезных вещах. По городской игрушке, которая вот в этом зале представлена, видно, что должна воспитаться девочка, хозяйка, которая понимает и чувствует эстетику быта, что она понимает ценность хорошо сделанной вещи. И поражает, вот до сих пор мы уже отвыкли от этого, вот это внимание к каждой мелочи. Ребенку предоставлена возможность играть во взрослую жизнь. Абсолютно, взрослую жизнь. И быть режиссером этой жизни, потому что так много ему дано предметов для этого, что действительно воспитываются навыки, во-первых, бытия. Гораздо интереснее процесс взаимосвязи народного начала в игрушке. Вот тут, конечно, очень интересная вещь. Что происходит. Есть родственные корни? Но не только корни, а непосредственно, так сказать, идеи игрушки, которые у каждого народа обретают свою жизнь. Но это очень похоже, собственно, можно сравнить с
фольклорным процессом. То есть идея бродячих сюжетов, особенно в сказке, которые у каждого народа своя. Вот когда смотришь, это все видно, что никто ничего сам по себе уж так не выдумывал, что как существуют фольклорные бродячие сюжеты, как существуют швы и приемы техники в рукоделии, вышивки, так и существует игрушка общая для всех. Ну, тем более, что это... Дети все одинаковые. Дети одинаковые, ведь система воспитания, педагогическая система, это, в общем-то, достояние человечества. Каждый народ носил свой вклад, ну, а мы, живя действительно в Европе, в общем доме, в общем, где-то питались теми же самыми педагогическими школами, традициями. Вот там, в том, во втором зале, вот куда мы сейчас заглядываем, там есть еще игрушки, совершенно на наши игрушки не похожие. Тоже игрушка механическая, которая начинает вращаться от горения свечей, от тепла. Вот, и мне показалось, что, видимо, вот у нас, вот как кузнецы наши приобрели свою какую-то образность неповторимую, национальную, то, наверное, у них тоже есть такая игрушка, тоже так продуманная, сделанная мастерами стилистически, ее ни с чем не спутаешь, она только немецкая. Вот я думаю, что это, там? Я думаю, что это немецкая. У нас, в общем, не было таких игрушек, «Робот тепла», «Вращель», такое рождественское. Да, такое. Праздничное. Я не помню. И причем она очень театральная. Там же происходит театральное действие. На каждом этаже вот этой башни сказочной что-то еще двигается, как маленькие театры. И вообще игрушка очень театральная, вот, немецкая. Вот я только хотел сказать. Пожалуй, трудно отыскать Щелкунчика среди этих елок, сказочных лесных человечков, скачущей конницы, ангелов в шахтерской одежде. Но где-то здесь он есть, и говорят, не один. Первого классического щелкунчика в Рудных горах Германии вырезал из дерева мастер Вильгельм Фюхтнер. Другие мастера решили от него не отставать. Приумножили наследие этого мастера, и возник целый народец, целая армия щелкунчиков, одетых гусарами и егерями, мушкетерами и кирасирами. Но все они отличаются пристрастием к щелканью орехов, даже самые маленькие.
А теперь старинные маски для карнавала. Это звучит «живые куклы». Но они в самом деле живые, хотя они и не двигаются от моторчика и не напичканы электроникой. Это куклы для представления. Каждая из них хорошо знает свою роль. Она повторяла их неоднократно. Но помнят они также еще и те спектакли, которые шли при свете свечей в домах и на площадях маленьких немецких городов. Игрушечного царства находится в городе Зайфене. Там музей игрушки. И каждая игрушка в этом музее особенная. Она несет в себе свое время. Время, когда ее сделал мастер. А вместе это целая эпоха, целая история. Старые мастера уважали все, что сделано трудолюбиво. От гнезда аиста до конской сбруи или конюшни. Детям и внукам они пытались внушить с самого раннего детства, что труд красив, что он приносит радость. В старой сказке про Щелкунчика был старый мастер Дроссельмайер, строгий и загадочный.
Он мог починить часы и сделать игрушку. Возможно, у него все это получалось наилучшим образом именно потому, что он был знаком с колдовством. А вот что касается немецких мастеров из рудных гор, то, как мне кажется, а если они права, то вы мне возразите, главный их волшебный секрет был в том, что они были хорошо знакомы с жизнью и в равной степени принимали и романтическую, и практическую ее стороны, не разделяя их в искусстве, и считали, что все вещи надо делать очень хорошо, делать надо их на совесть, особенно если они предназначены детям. Попробуй поверить в то, что игрушки не оживают. Конечно, так бывает, если сделал их настоящий мастер.